Вы знаете, для меня театр был храмом искусства до тех пор, пока я не прочитал незаконченный, но все равно блестящий театральный роман Булгакова. И вот там я понял, что этот храм, он еще состоит из интриг, подсиживаний и зачастую ненависти друг к другу. И это, видимо, входит элементом в то лицедейство и творчество, которое является основой любого театра, в том числе и балетного. Но есть же предел. Ну, в конце концов, ладно, даже там какие-то там подрезать эти завязочки у балеток, еще что-то такое гадкое делать. Но кислотой-то плескать, это уже край. Хотя, с другой стороны, может быть, когда Булгаков описывал, озверение в обществе меньше было. Может быть, Большой театр – это наш бренд, но это наше лицо. И, к сожалению, видимо, это лицо оказывается таким же не всегда приятным, как наше общество в целом. Вот об этом надо задуматься.